Автомат в руки и не опаздывать. В Красногорском спортивном клубе «Ярополк» прошло третье занятие по военной подготовке. Руководитель Илья Шадриков – опытный боец и ветеран подразделения «Альфа». На тренировках строгая дисциплина. Не пускают даже опоздавших. Но несмотря на жесткие правила, желающих овладеть оружием много. В зале собралось около 70 человек, среди которых немало девушек. У нас действующий военнослужащий из 45-го инженерного полка преподавал. То есть это пока все происходит в теории. Потом будем, естественно, закупать мульжи, чтобы они чувствовали, понимали, щупали это как. И дай бог уже ближе к весне будем выходить на практику, чтобы человек был полностью подготовлен со всеми знаниями. На курсе учат не только правильно держать автомат и попадать в цель, но и грамотно применять оружие. В этот раз осваивали миноподрывное дело, остановку кровотечения с помощью жгута и турникета, а также стрельбу из разных положений. Рука держит здесь, вот так не держите, вы целик закрываете. Ни в коем случае не вот так. Вот она стоит, находится. По кратчайшему пути. Раз. Встали, прицелились куда надо. Все, опустили. Илья Шадриков говорит, его главная задача – научить людей защищать Родину. Занятия доступны всем желающим. Они бесплатные и проходят регулярно. Единственное ограничение – возраст. К довоенной подготовке допускаются только взрослые, старше 18 лет.